Илюхин дом поехал. Поехал Илюхин дом. Смотрите. Наш пока держится. Поехал Илюхин дом, блядь. Просто вот все, что он. Вот. Это кошмар. Может, правда с моста уйти? Охренеть. Я хотел на работу. Я хотел на работу, блядь. Откуда эта вода пришла? Велась. А чего так не пускаете? Ну а чего они проехали, я проехал. Он вытащил один другого. А, застрял? У нас-то высокая. Потихоньку, вот, угони. Это уже капец. Не, обратно мы сюда не поедем. Дай бог, в салон еще вода попадет. Вот толстяр стоит, а? Смотри. Это дорога в сторону Тобольского рыбоводного пункта. Сегодня 8.07.2020 год. 12 часов дня. Сдавать дорогу своего. Все. Идет. Смотрите.
Бастырыңыз жайы жайын. Господ. Өзің әрәлі бегает әне дөз. Зачем растопали тогда? Они эвакуируют людей оттуда. Так, ну вот я стоял где-то вот здесь, метров 20. И снесло мост, прошел я самым последним по нему. Вот вода вот до сюда шла. Все. Мост смахнуло на реке Городянка до улицы Революционной. Так что сейчас нам здесь проходу, друзья, нет. Управление в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области полковник внутренней службы Гусев Иван Васильевич. В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Московской области в трех городских округах Можайск, Руза, Истра произошли подтопления 327 приусадебных участков, 150 дачных домов, 29 частных жилых домов, в том числе произошел смыв двух частных одноэтажных деревянных домов и одна хозяйственная постройка. Поврежден один мост. Наиболее сложная обстановка сложилась в городском округе Руза. В результате выпадения обильных осадков и засора водно-проходной трубы
которая проложена под технической насыпью в районе улицы Полевая в северо-западной части города Руза, произошло затопление оврага водой выше по течению реки Городянка, вследствие чего в 21.30 произошел подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза. В ходе прохождения водного потока оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными жилыми домами на улице Красноармейская и улица Городянская. В том числе произошел смыв двух частных одноэтажных домов. Частично размыт автомобильный мост, движение перекрыто. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 52 человека, из них 7 детей. В настоящее время в главном управлении развернут штаб. Группировка работает.